Сегодня у нас отчетный концерт в студии, за город, можно сказать, работает. Бенефис и музыкальный релиз. «Дети войны». И вот в каждой из этих постановок проскальзывает нить и такая тема потери близкого человека. Вот в мирное время, в военное время, это никогда не нужно забывать и допускать моментов потери наших близких людей и беречь их, потому что это, наверное, единственная такая ниточка, которая соединяет наши родственники, да, наверное, люди, которые помогут в любой ситуации. Берегите своих близких. И только нам нужна одна победа. Ее песню исполняла Нина Ургант когда-то. Здесь птицы не поют,
деревья не растут, и только мы плечом к плечу врастаем в землю тут. Горит и кружится планета над нашей родиною дым, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все уж бессилен он. Сомнение прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнение прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. От Курска и Орла война нас довела до самых вражеских ворот, такие брат взяла. Когда мы вспомним это, и не повериться самим, а значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнение прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Спасибо. Хочется отдать должное женам, девушкам, которые ждали своих любимых мужей, потому что это тоже своего рода служба. Это сложно, сложно дождаться разные ситуации, бывают. И хотелось бы в песне «Посвящение женщине», которую Юлия Петрова исполнит, посвятить женам, девушкам, которые дождались своих любимых мужей с войны. Песня сложная, из репертуара Тамары Бюрцетели, ну, мы как-то ее уже поем. Нету соблазна.
погибли, даже впервые. Прощай, любимый.
Синятора, студия гитара. Сказать, что это первый у Наташи за 3 года, в общем, это первый минус. Все остальное было под гитару, но мы вот решили сделать первый минус. Это очень сложно, потому что некуда девать руки. Где-то там на закате нет, среди белых туманов, крест с шеи моей был снят, твои раны затянет. Вернешься с этой войны, у меня всегда будет сон.
вот так решил спеть сегодня без меня сам. «Ты неси меня, река». Песня из репертуара группы Любэ, и она первый раз прозвучала в кинофильме «Граница». Давно очень шел этот сериал. Если кто смотрел, то вы ее сразу... Да вы и так ее узнаете. Поехали. «Неси меня, река». Проводи
Я не верю, что все так просто. Детский смех возвращает прошлое, где наш рассвет, не могу сказать точно. Завтрашний день ровнее сложно. Росписью звезд нарисую тебя, каплями слез сам, капли дождя. Осень и сердце станет. До свидания. До свидания. Пусть мы много ветрены, зеркала разлетятся в дребезги. По углам я не чувствую нежности, твоих губ и языками пламени. Пусть горят вся кровь и память, навсегда превращая узоры все слова. Все навеки споры, в горсть пепла, под водой рассеяны. Нашим душам только ветер в день. Сорван голос, закрыто дыхание, но ведь мы не смертельно ранены. Я не верю, что все так просто. Первое место в номинации «Оригинальный жанр». Молодец. Ну и по традиции, для тех, кто не знает, я думаю, вы узнаете, те, кто знает, подпевайте. Гимн юности называется «Сотворенная чаша». А? Ну, все, да? По велению всех.